В Северо-Казахстанской области полицейские разных национальностей поделились семейными историями. В преддверии Дня единства народа Казахстана молодые сотрудники приняли участие в работе круглого стола, посвященного празднику. Подробности смотрите в материале пресс-службы областного полицейского ведомства. Одно из мероприятий, посвященных 30-летию казахстанской полиции, прошло на площадке коворкинг-центра областной детско-юношеской библиотеки имени Габита Мусрепова. Гостями встречи стали также учащиеся гуманитарно-технического колледжа, работники методического отдела библиотеки и представители этнокультурных объединений рассказали об истории праздника, скрепляющего единство многонационального народа. 1 мая – это мир и согласие. Это не стечение каких-то обстоятельств, то, что мы построили за годы независимости. Это великая работа государства и нашего общества. Это поистине общенародное торжество является ярким символом нашего патриотизма, любви и преданности родной земле. В подразделениях областной полиции несут службу представители 18 этносов. Некоторые из них рассказали об истории появления своих семей на гостеприимной казахстанской земле. Предки лейтенанта полиции Серафимы Окишевой были депортированы в годы Великой Отечественной войны. Дедушка капитана полиции Карена Шатверян приехал в Петропавловск учиться и остался, найдя здесь вторую половину. Теперь их дети и внуки несут службу на страже спокойствия страны. Сегодня молодые сотрудники полиции приняли участие в работе круглого стола, посвященного Дню единства народа Казахстана. Выражаем благодарность коллективу библиотеки имени Габита Мусрепова за организацию мероприятия. Подобные встречи очень важны для патриотического воспитания сотрудников, повышения чувства долга перед народом нашего многонационального государства. Подполковник полиции Абылгазы Габдуллин также подчеркнул, что одним из приоритетных направлений в деятельности полиции является сохранение главных ценностей нашего общества – единства и сплоченности. Тамерлан Тлюбаев при содействии пресс-службы областного департамента полиции.